Кусок состоял из ажурной золотой пластины, разделенной на два пояса. В верхнем поясе был изображен рогатый дракон с гибкой кошачьей статью и на пружинищих лапах. Он стоял, извиваясь и оскалясь. Четко был вычеканен каждый клык зверя. А ниже этажом помещался козлик. Потом еще летели лебеди, поднимались фазаны и утки, порхали мелкие птахи. Отдельно стоял ладный крылатый конек, а другой такой же конек несся по небу. На нем сидела молодая женщина. Ветер взметнул ее волосы, и они сделались похожими на шлем. В 1939 году в правом ответвлении Каргалинского ущелья, Алматинская область, близ урочища Мынк-Ошакты, при случайных обстоятельствах товарищем Назаренко были найдены кости человека с набором золотых предметов. Скелет был найден в расщелине скалы в сильно потревоженном виде. Ориентировку установить было крайне трудно. За последние два века на казахской земле найдено много интересного. Одни находки представляют интерес скорее для ученых, другие поражают воображение даже далеких от науки людей. Но в случае с этой находкой все совпало. Эффектные и очень древние украшения, загадочная история их обнаружения, интересные научные теории и такие разные человеческие судьбы. Клад, названный позже Каргалинским, нашли в конце 30-х годов прошлого века. Главный предмет среди найденного – необычное украшение – сегодня узнают многие. Линия его судьбы такая же ветвистая и завораживающая, как растительный орнамент на нем. Когда и кем оно было создано? Кто его носил? Есть ли хоть какой-нибудь шанс узнать подлинную историю знаменитой находки, которая называется «Каргалинская диадема»? А случилась вся эта невеселая история в лето от рождения вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина 58-е, а от Рождества Христова в 1937-й недобрый, жаркий и чреватый страшным будущим год. Далеко не каждой археологической находке или научному открытию найдется место в литературном произведении. А вот писатель Юрий Домбровский, по сути, воспел древнее украшение в своем романе «Факультет ненужных вещей». Это была дань любви и уважения к Алмате, в которой долгие годы жил и работал Юрий Осипович. Именно сюда, в этот край, его и выслали в годы сталинских репрессий из Москвы. Стены этого храма помнят и Домбровского, и древние артефакты, описанные в его книге. Именно здесь разворачивались основные события вокруг золотых предметов, которые были найдены почти 80 лет назад при загадочных обстоятельствах в предгорьях Заилийского Алатау. В свое время, когда Домбровский был выселен из центральных городов в город Алматы, значит, когда он приехал сюда, он работал хранителем центральным, тогда был назывался Центральный музей Казахстана. Вот, он находился в соборе в городе Алматы, и его кабинет находился на колокольной вышке. На его двери была надпись «Хранитель древности». И вот вся коллекция Центрального государственного музея прошла через его руки. Были написаны инвентарные карточки, описи составлены. И вот одной из таких вот находок, была, прошедшая через его руки, это Каргалинская диадема. Вот одна из инвентарных описей 1939 года, сделанных Юрием Домбровским. Именно в этот период в музей и поступили каргалинские находки. В 1939 году, значит, работники тогда еще суконного комбината в Каргалинского, они пошли на охоту, и, значит, начался дождь, им нужно, чтобы как-то спрятаться от дождя, они укрылись в таком небольшом углублении, небольшой пещере, вот, и там они вдруг, это описывает Домбровский, вдруг под ногами обнаружили блестящие бляшки.
вот эти бляшки и были, значит, артефакты, то есть каргалинская диадема и все предметы, которые были найдены вместе с ним. Их было около 300 единиц хранения, которые были переданы потом вот этими охотниками в наш музей. Домбровский перенес все драматические события вокруг клада на 2 года раньше. Интересно, почему? Хотел ли он тем самым усилить атмосферу страха, которая начала царить в советском обществе именно в 1937-м? А может, он знал какие-то детали, о которых побоялись рассказать милиции и НКВД люди, нашедшие золото? История нахождения этого клада, она достаточно туманная. Если бы этот клад был найден археологами в результате своих там раскопок или вскрытия каких-то там саркофагов и так далее, было бы, так сказать, более-менее понятно, что вещь вот именно вот в то далекое время, 2000 примерно лет назад, была с какой-то целью именно там помещена и так далее. А поскольку это или клад, или просто случайно в попыхах спрятанная кем-то, опять-таки, когда непонятная вещь, поэтому тут версий быть очень много может быть. Это тот редкий случай, когда у нас есть возможность воссоздать историю не только с помощью архивных, научных данных, но и опираясь на замечательный роман. В его центре – детективная история. Итак, однажды незнакомые рабочие принесли в музей находку – горсть золотых бляшек, часть найденного ими клада. По реакции директора музея они убедились – археологическое золото представляет ценность, можно рассчитывать на премию. Паспорта, оставленные в залог, кладоискатели незаметно забрали. И теперь у главного героя книги археолога Зыбина и его коллег почти нет шансов разгадать загадку каргалинского клада. Зыбин положил акт. Ничего существенного в нем не было. Просто крупным почерком сообщалось о том, что музей принял такие-то и такие-то экспонаты, обнаруженные на реке Каргалинке. Но где именно их нашли? Как? Написано «рядом с останками человека». С какими же именно? Где теперь эти останки? Исследователь Дублицкий проводил исследования на этом месте, значит, провели раскопки, и уже бляшек им не было найдено, но он обнаружил там небольшой предмет из бронзы, а фрагменты ложечки и 2 кусочка самородного золота. Если найденное золото было частью погребального комплекса, то чья же это была могила? Женщины или мужчины? Молодого человека или пожилого? Какую-то подсказку мог бы дать скелет. И в романе действительно упоминается о черепе. Но специалисты говорят, что никаких костей уже нет. То ли не было найдено, то ли не сохранилось. Время-то было тревожное. Потом грянула война. Тут и живые люди пропадали. А уж говорить об археологических останках. Для Семиречья настоящая коллекция имеет весьма большое историко-культурное значение, выходящее далеко за пределы Семиречья и ставящее каргалинские находки в ряд лучших мировых образцов культуры. Из сотен предметов каргалинского клада вот эти пластины – самые загадочные артефакты. На первый взгляд даже сложно представить себе, для чего вообще эти детали и почему их называют диадемой. Более того, эксперты убеждены, что была еще третья, центральная часть украшения. Но куда она делась и что на ней было изображено, до сих пор большая тайна. Сохранилось 2 кусочка. Это полоски, в общем-то, вот такой всего лишь ширины, где-то около 3,5-4 сантиметров, вот, которые, вероятно, представляли собой обклад некого головного убора. Что это за головной убор был? Он мог быть и высоким, как который носили шаманки, да? Он к тому времени, когда прятали эту вещь, вероятно, эти тканные вещи истлели, их, наверное, оторвали, выбросили. Может, тогда поломалась эта
вот эта вот полоска декоративная. Помимо главного украшения, рабочие нашли два золотых перстня, серьгу, всевозможные бляшки, выполненные в знаменитом скифском зверином стиле. Но диадема заметно отличается от них. В какую эпоху ее создали? Какие мастера? И что за сюжет здесь изображен? В кладе насчитывалось где-то 300 золотых украшений. Предварительно это было отнесено к Усунскому периоду. То есть 3 века до нашей и 3 века нашей эры. В трактовке есть 3 версии, то есть самого Бернштама, что данные вещи, то есть диадема, относятся к тюркской эпохе. А по версии Акишева он относил их к даосским верованиям, то есть путь к бессмертию, да, то тоже где-то 1 века до нашей эры. И 3-я – это Кузьмина версия. Она как бы относила усунев к ираноязычным племенам, то есть далее к бактрийским верованиям. Рассмотрим каждую из этих 3 версий. Например, главный герой романа «Факультет ненужных вещей» увлечен идеей о том, что диадема могла принадлежать юной усунской жрице. По его мысли, после ритуала она погибла, ее тайно перевезли и похоронили подальше от людских глаз. Прошли века, секретную могилу кто-то разграбил, часть золота пропала, а другая половина, спустя время, всплыла в виде случайной находки каргалинских рабочих. У этой красивой легенды есть реальные предпосылки. До нашей эры усуньские племена населяли нынешнюю территорию Семиречья. Они верили в то, что весь мир поделен на 3 части – верхнюю, среднюю и нижнюю. Их населяют птицы, животные, люди и растения, корни которого, подобно древу жизни, уходят вниз. Этот сюжет и отражен в украшении. Первый исследователь диадемы Александр Бернштам и его единомышленники считали, что она была частью шаманской атрибуции. Налобник, как и корона, очень существенный атрибут, без которого нельзя шаманить. Шаманы утверждают, что по головным уборам небесные духи различают национальность шаманов. И в ходу такая версия, что это клад вещей, принадлежащий некой шаманке. А версия эта принадлежит Бернштаму, человеку блестящему, талантливому, человеку, говорящему на десятках разных языках, но одержимому какой-то своей такой вот сверхидеей. Он был поэт, он был... одержим великой историей и так далее. Поэтому, мне кажется, сочинил эту легенду о некой шаманке. Вот. С другой стороны, не верить этому тоже нельзя. Кому могли принадлежать эти вещи? Вторая теория звучит не менее захватывающей. Советский археолог Елена Кузьмина видела в диадеме древние иранские мотивы. Здесь всплывает прошлое, связанное с завоевательскими походами Македонского. Сами изображения на диадеме связаны с широко распространившимся в Европе и Азии культом богини-матери и бога плодородия Диониса. После походов Александра Македонского культ этого божества широко распространился в Евразии и зачастую сливался с местными божествами. Так вот, давайте посмотрим на сюжеты, изображенные вот на этой диадеме. Вот они как раз могут нам кое-что уже и рассказать. Вот обратите внимание, вот это дракон, его голова. Верхом на нем сидит некое существо с крыльями. Причем одето вот тут вот ювелир, мастер, детально даже показал вот эти вот перья, видите? Он своим внешним обликом, хотя и создание антропоморфное, внешним обликом пытается походить на птицу. Третий вариант расшифровки сюжета диадемы переносит нас в Поднебесную империю. Дело в том, что эта диадема выполнена в традициях древнекитайского искусства. Как мне удалось выяснить, скорее всего, она сделана в одном из китайских княжеств Ян.
На этой диадеме в две части сохранилась изображена сцена рая, даосского рая. Даосизм – это сложная религия и философия. Она была близка многим народам Центральной Азии, в том числе и усуньям, древним тюркам. Там изображены небесные бессмертные, сян, которые скачут на небесных животных. Крылатый дракон – это символ Востока. Там, крылатый тигр – это символ Запада, Китая. Утраченная часть, там, видимо, это сян, который на фениксе, символ Юга, скакал. И все перевито древом жизни. Иконография, она, несомненно, китайская. Драконов ни скифы, ни саки, ни усуни не изображали, объясняет ученый Алишер Акишев. Персонажи на диадеме символизируют стороны света, космическую модель. С ним согласен исследователь Алмаз Ардабаев. Более того, он нашел в китайской литературе точное описание сюжета диадемы. Особенно вот этот дракон очень характерен для китайского искусства. Видите, у него из подбородка вот такой вот некий ус произрастает. А тут на голове у него еще и рог. И вот, держась за этот рог, вот этот вот, будем говорить, шаман, не шаман, колдун, не колдун, значит, несется куда-то. Ну и вот есть такая вот ссылка прямая китайского поэта, раннесредневекового поэта Цао Цзяо. Я сейчас прочту стихотворение целиком, вы поймете. Называется это стихотворение «Бессмертие». Шаман, в принципе, в те далекие времена и наши, и китайские, и всех народов, они излечивали людей от самых разных болестей, невзгод. Ну и наиболее удачливые и наиболее, наверное, наглые обещали бессмертие своим господам. Вот стихотворение «Бессмертие» Цао Цзи из сборника «Семь печалей». Открыты мне небесные врата, из перьев птиц я надеваю платье. Взнуздав дракона, мчусь я неспроста туда, где ждут меня мои собратья. Я линь рву в восточной стороне, в краю бессмертных у границ Пенлая. Ты снадобье прими, сказали мне, и будешь вечно жить, не умирая. А линджи – это волшебная трава, как раз продлевающая жизнь. И ею, действительно, этой травою, реально до сих пор китайские знахари пользуются. Ну, а Пэнджай – это сказочная восточная страна, страна духов. И даосизм, так сказать, оперирует вот этими понятиями до сих пор. Как диадема попала в степь? Был ли это дипломатический дар китайского двора одному из правителей кочевых племен? Или наоборот, местный мастер изготовил украшение для соседей, что называется, на экспорт? Если бы у нас были возможности сделать анализ вот этого материала, этого золота, мы могли бы даже узнать примерно происхождение золота из каких рудников. Скорее всего, это или восточный Казахстан, рудный Алтай, а может быть, даже и где-то поближе месторождение золота. Тут, в общем-то, достаточно было много. Юрий Домбровский представлял диадему на юной шаманке. А вдруг украшение было частью приданного другой влиятельной девушки? Например, прекрасной принцессы. Усуньи находились в тесном контакте с китайцами в эпоху правления династии Хань. Усуньские вожди имели жен китаянок. Это называлось союзом, скрепленным кровью. Примерно в 107 году до нашей эры один из усуньских правителей взял в младшие жены китайскую принцессу по имени Сидзю. Ей построили отдельный дворец. Муж навещал ее очень редко. Уклад жизни и обычаи кочевников казались иностранке совсем чужими, и она очень скучала по родине. Сохранилось ее стихотворение. Кто знает, возможно, она сочиняла его, рассматривая одно из своих украшений. Уж не карагалинскую или диадему?
выдали меня родственники в дальнюю сторону, отвезли в чужое царство за усуньского царя. Живет в круглой хижине, обтянутой войлоками, питается мясом, пьет молоко. Как вспомню об отчизне, сердце занывает. Желала бы диким гусем быть, чтобы вернуться на родину. Шаманка или царевна, жрец или верховный правитель, кто бы ни владел этими сокровищами, но судьбе было угодно, чтобы они попали в руки непосвященных людей. В этом, кстати, тоже таится загадка. Кому и при каких обстоятельствах земля выдает свои секретные захоронения? Например, в музейном хранилище напротив Каргалинского клада есть стенд с другими украшениями. Общественность о них узнала в 80-е годы. Но, оказывается, была вероятность найти этот клад одновременно с каргалинскими сокровищами. Этот клад назван по поселку, названию поселка Жалаулы, Жалаулинский клад. И вот в 1989 году школьниками, вот так, которые играли на берегу вот такого арыка, обнаружили войлочный мешочек, который был полностью заполнен вот такими вот бляшками. Среди них вот здесь вы видите пектораль из золота, различные бляшки каплевидной формы, оленя. Кроме того, еще есть подвески в виде зерни, они разного вида, и спаренные, и тройные. То есть это все, что украшало одежду сакских древних вождей. Экспертиза подтвердила, что войлочный мешочек, в котором находились эти вещи, был сшит в 40-х годах 20-го столетия. Черные копатели, которые проводили, значит, тайные раскопки, раскопали артефакты золотые, положили в этот мешочек и благополучно его забыли в земле. Когда этот мешочек был найден, вернее, когда жители нашли и разнесли по всему поселку, каждый себе взял. Ну, если говорить о законе, то все, что найдено в земле, принадлежит государству. Поэтому пришли специальные люди, которые собрали эти, жители этого поселка добровольно сдали. Но вернемся к Каргалинскому кладу. Маленькую и, если хотите, симпатичную загадку загадала специалистам вот эта серьга. Вот сережка из Каргалинского клада. И вот она изображает некую серьгу. Тут подписано со скульптурным изображением крысы. Вот она, крыса, видите? Огромная крыса. Это со спины она снята. Вот ее уши, вот глаза. И она вгрызается вот в сидящего вот такого вот человечка. Ну, это, конечно, скифский звериный стиль. Берстам и Кузьмина не считают, что это было изображение крысы. Вот. Ну, видимо, душка этой серьги, она как бы ввела в заблуждение. Но по версии, разработанной Альшерким Алчимакишем, изучив этот период, мифологию, по даосским верованиям, нет таких мифологий, которые бы были связаны с нападением мыши на человека. А и только вот в сибирской коллекции древностей исследуем, Алишер Кимолович связывает вот эти вот сцены как раз вот нападения кабана на человека. И он считает, что здесь изображен именно кабан. В отечественной науке много достойных открытий, а музейные коллекции способны удивить самыми разными древностями. Но благодаря таланту писателя Юрия Домбровского история Каргалинской диадемы оживает прямо на глазах. В ней отразились главные ценности. Человек, его представление о жизни, о смерти, о его месте в этом мире, полном тайн и загадок.